Я Артыков Максудбек, 2005 года. Я родился в России, в городе Лениногорск. Я там жил почти всю свою жизнь, но в 2020 или 2019 переехал сюда, в Узбекистан. Первый раз я пришел сюда вместе с папой. Я учусь в курсе веб-программирования, он мне понравился. Там очень хорошо объясняют и показывают. Мы там делаем свои сайты, мы уже можем оттуда видео делать и фотографии. В данный момент в моем сайте пока только фотографии, разные слова, видео и карта. В учебном центре мне понравилось то, что здесь учителя очень хорошие, объясняют хорошо, и то, что у нас перерывы с кофе. Я там подружился с учениками, и там оказался мой родственник Азимбай. Мы с ним уже давно знакомы, с ранних лет. Ну, раньше я не знала полностью, как это делать в программировании. И когда пришел сюда, я уже понял, и мне и стало очень сильно интересно. Я довольно очень сильно спокойный человек, который никого не будет перебивать. Моя цель была пойти на программиста, так что я уже ее исполняю сейчас. Если у меня не получится мой сайт, который я делаю, то тогда я начну с самого начала, чтобы все получилось.